OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Віра Бойко пише: Роман, на ваше усмотрення, скільки років буде йти війна за Донбас і Крим? І повернемо все-таки ми Крим і приблизно коли? Віра, у мене ні сроків. Я вот не могу вам ничего сказать. Я могу вам сказать одно, что вот вся наша жизнь, наших нас и ближайших поколений, она будет построена в этой стране на том, что мы будем всегда готовиться к войне с Россией. Или вести ее, или готовиться с ней. Ну вот так вот сложились обстоятельства. Возможно, на каком-то этапе, просто если вот россияне, дело не в массах, а вот если вот у них придет понимание, что с точки зрения российских интересов в украинцев экономически выгодно как минимум не стрелять, этот процесс пойдет по-другому. Но в обозримом будущем я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы что-то стало или проще, или легче. Нет у меня сроков. Значит, на сегодняшний день видите, мы как-то в сознании по умолчанию ставим вопрос таким образом, что война не закончится до деоккупации Херсона, Мелитополя, Бердянска, то есть городов, которые были захвачены в ходе этой кампании, в ходе этого вторжения. Но по сути за эти города нам еще придется убивать и убивать российских оккупантов. Вот, поэтому сроки. Давайте исходить из того, что мы становимся сильнее, оружие становится больше, оно разноплановое, тем более, видите, нет же какого-то вот этого Wunderwaffen, супероружие, которое решает все вопросы. Даже поставки вот этих реактивных систем залпового огня, это не является там решением всего. И исходя из того, что все-таки у нас консультанты на Западе тоже грамотные, они понимают, что война, как она ведется, она многокомпонентная. Здесь, да, армия должна быть обеспечена в комплексе. И бронежилеты и каски – это самое минимальное с автоматами. Вот, поэтому я прекрасно знаю, что нас ждут большие испытания, сложности, кровь и смерть, но другого варианта нет. Его просто нам не оставили. У меня сегодня был эфир, я его завтра выложу с утреца на эфир на канале Навального. Вот. У них там есть целая группа каналов, они там ведут эфиры, там, ну, все равно их Россия смотрит. Но я им говорил об этом, что, ребят, мы не согласимся на перемирие до того момента. Наш президент сказал, значит, программа минимум, это линия 23 февраля. Значит, вот с этого и выходим. Дальше посмотрим. Вот. Хотя я прекрасно знаю, что сейчас многие напишут, типа, вот, давайте вернем Крым и Донбасс. Ну, давайте. Ну, начнем с малого. Думаю, что вы со мной согласитесь. Катя Скрипченко питає, як війна вплине на розвиток чи занепад Європи в подальшому? Які можна передбачити події? А тут все очень просто, Катя. Вот смотри, если сейчас вот эти вот страны, такие, как, которые мы считаем слабым звеном на Западе, прогибаются под на Путина, что это будет означать? Вот еще раз, я вот как раз с этого начал, что вот если вот раз у них, это же Запад, это выбор, это демократия, смена власти, и, соответственно, может стать вопрос таким образом, что мы, все, миру мир, войны нам не надо, давайте отдадим то, что хочет Путин. То, что они откусили, ну ладно. Мы это не признаем, конечно, и выдвинем за непокойнее. Просто вопрос в том, что если проигрывает Украина, то проигрывает Запад в целом. В целом. А это такая штука, вот то, что называется лидерство, она такая комплексная. Ты, вот здесь вот, вот давайте вот вернемся, вот два момента. О бабле поговорим, о бабле Запада. Да? Сегодня
Трамп высказал с таким, что, ну, понятно, что ему хочется завернуться в овальный кабинет, и он всячески критикует нашего дорогого Джозефа Байдена. Он говорит, что вместо того, чтобы вот ты отправил Украине 40 миллиардов долларов, а не можешь обеспечить безопасность в школах. Хотя эти же два сюжета вообще не связаны. Это же не первая трагедия в Соединенных Штатах, когда какой-то полудурок там расстреливает своих однокурсников. И это связано, кстати, с их законодательством, абсолютно свободная продажа оружия, ну, то есть Америка. Еще раз, это не первая история. Но он эти два вопроса увязывает, да? Говорит, 40 миллиардов долларов. А теперь давайте вернемся на 8 лет назад, когда президентом был Соединенных Штатов такой прекрасный мужчина Барак Обама. Два срока, первый чернокожий президент, там, Нобелевская премия мира. И вспомним такой момент. Почему сначала Путин захват Крыма позиционировал как силы самообороны. То есть он смотрел, как отреагирует Запад. Понимаете? Как отреагирует Барак Обама. А он никак не отреагировал. И тогда началась война. Сколько потратило западное сообщество на последствия этой войны? В том числе прямая помощь Украине. Вот давайте в бабле посчитаем до полномасштабного вторжения. Там хулиарды долларов. Хулиарды. Потому что тогда Барак Обама сказал, типа, ты, чувак, мы гаранты безопасности этой страны, территориальной целостности. Вот наш авианосец, вот наши морские пехотинцы. До побачення. До побачення. Не мешайте потомкам великих укров вести их старую любимую дискуссию о роли Степана Бандеры в истории Украины, о статусе русского языка и о НАТО в целом. Так вот, они тогда прогнулись, и даже вот финансовые потери за эти сроки, ну они, сумму я уже назвал. То есть только последний пакет это 40 миллиардов, а до этого это ж не первый. Это с 24 февраля, а за эти 8 лет. Там же, знаете, что вот эти города, которые сейчас сносит Российская Федерация в Донецкой области, в Луганской, они же во многом были отстроены за деньги американских налогоплательщиков. Никто вам об этом не говорил? Ну, программы различные, да, вот казалось бы. Вот тут говорит, почему это Украина, она так на Запад как-то смотрит, как-то лучше, чем в Мордор, да? Мы православными снарядами их одариваем. А эти дороги там строят, школы какие-то, еще там что-то, компьютеры привозят. Ну, так. Теперь сразу возникает вопрос, а почему же, ну, тогда надо было сказать, ну все, мы уходим с мировой арены и до побачения. Мы будем там, не знаю, закроемся, политика изоляционизма и так далее. Так вот, это же проигрыш глобальный, потому что, еще раз, вот это вот активное присутствие в мире и так далее, это, ну, это лидерство, оно вознаграждается в том числе и финансовыми преимуществами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.